Также на заседании правительства утвердили план мероприятий экологической акции «Спасти и сохранить». Отмечу, она будет проходить в округе уже в 15-й раз. Экологический марафон стартует в мае под девизом «Сохраняя природу, определяем будущее». Ежегодная акция объединяет тысячи югорчан, которые помогают сделать окружающую среду чище. Так, в прошлом году в ходе экологической вахты волонтеры ликвидировали более сотни незаконных свалок, высадили десятки тысяч саженцев, облагородили парки, скверы и другие места отдыха. В этом году в план включили 36 мероприятий. Это традиционные субботники, чистый лес, чистый берег и молодежный экологический форум, а также телефестиваль «Спасти и сохранить». Мы будем проводить углеродную конференцию. Россия подписала Парижский протокол, и здесь вот наша территория является таким донором по парниковым газам за счет наших лесов и болот. Нам очень важно, нарабатываются сейчас методики по оценке этого, депонирующего фактора, то есть снижение или поглощение углекислого газа именно болотными системами, лесными системами. Мы рассчитываем все-таки получить в конечном итоге какие-то преференции.